В преддверии старта нового сезона высшей хоккейной лиги игроки и тренеры Зауралья встретились с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным. Организация тренерского процесса и другие вопросы глава Зауралья обсудил с генеральным директором ЗАО «Курганстальмост» Дмитрием Парышевым, президентом хоккейного клуба Зауралья Сергеем Пугиным, начальником управления по физической культуре, спорту и туризму Александром Васильевым, председателем региональной федерации хоккея Сергеем Парышевым и тренерским штабом клуба. Большая работа команды проведена по подготовке. Сегодня Алексей Геннадьевич встречается с командой. 70% практически команды сохранилось, процентов 30% это новые ребята. Губернатор определит задачу, которую должна решать команда. Пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков в Ледовый дворец имени Николая Васильевича Парышева на старт очередного сезона чемпионата ВХЛ. В ходе визита Кокорин пообщался с игроками и тренерским штабом Зауралья. Пожелал хоккеистам успехов, твердости духа, бескомпромиссной борьбы и преданных болельщиков. В ответ команда подарила ему форму клуба со своими автографами. Михаил Котельников, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».